Чрезвычайное происшествие на реке Дунай. Украинское пассажирское судно «Лебедевка» из-за штормового ветра и потери ориентирования село на мель. Такова легенда учений, которые с самого утра 26 января проводили спасатели в Измаиле. Всего было несколько сценариев происшествия. Минирование, спасение людей на воде, которые оказались за бортом судна. Эти учения проводятся в рамках программы партнерства между Украиной и Румынией. За 2 года реализации проекта общая реагирование ЧП около Дуная украинская сторона обновила часть своей техники. В рамках этой программы головним управлением был придбаний такой аварийно-рятувальний автомобиль на повному приводе и плавзастіб, який дозволяє нам у взаємодії з румынською стороною і з партнерами з Тульчі реагувати на виклики, які можуть виникти у нас на річці Дунай. Також була придбана спеціальна апаратура, яка дозволяє організувати взаємодію двох сторін. Сегодня европейские партнеры только наблюдали за работой наших спасателей. Примечательно, что они были приятно удивлены. Завтра же они будут демонстрировать свои умения на румынской стороне в городе Тулча.